se porter une nouvelle fois à l'attaque avec Bastürk. Bastürk qui va trouver Ulf Kirsten qui marque dans le but vide. 2-0 pour le Bayer Leverkusen. C'est un résultat bien. 4-0 за 8 минут до окончания встречи. И все, что удалось за это время футболистам Ливеркузена, это организовать несколько атак. Вот Бастюрк к лицевой практически уже подкрадывается. И Зебешен, вышедший на замену, плотно приложившись к мячу. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Не стал Бастюрк, он любит повозиться с мячом, любит играть сам. Не стал делать пас назад. Довольно много. Моменты опасные возникают. Очень быстро. Еще один мяч. Какой футбол. Лусио. Лусио. Прошил буквально насквозь Ежедудака. Кого соперникам приходится. Башта. Into Nerville. Shot on the turn. 1-1. Brilliantly taken goal by Oliver Nerville. Zay Roberto in the middle of it all, little give and goes, the ball's fed in. It's a brilliant turn, but the defence is slacking again. I think it's Ronnie Johnson's absolutely slipped again. Zivkovic. Babic. Schneider to Bastürk. And now a chance, and it's 2-1. He's перехватывает мяч. На левом фланге Пласента. Кстати, у него новая стрижка относительно. Забрасывается мяч в штрафную. Здесь Бабич. Ну и вот на 73-й минуте. Это, в общем, называется подсластить пилюлю. Написана пропорция горьких и сладких пилюль, которые ему сегодня довелось проглотить. Она, в общем, довольно определенная. Проигрывает этот матч Байер по-любому. Это уже серьезным испытанием. Это Йылдырай Баштюрк. Тот человек, который провел чемпионат мира с полнейшей выкуткой, но уже за сборную Турции. Ну и вы слышите, что...